Сегодня же стало известно, что министром информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии по-прежнему будет Александр Иванов. Обсуждая с Александром Ивановым задачи и перспективы отрасли, глава Чувашии дал ряд поручений. В частности, обеспечить жителей всех районов республики оптоволоконной связью. Населенные пункты, которые не имеют на сегодняшний день связи, об этом вы тоже знаете, мы обговаривали на рабочих наших встречах, мы должны в 2016 году покрыть. Александр Иванов, год возглавлявший Мининформполитики, отметил, что это очень интересное направление. Есть конкретные проекты и в работе с средствами массовой информации, и с IT-технологиями. Есть ребята, рабочие группы, которые действительно помогают в работе. За доверие спасибо, буду стараться. Во главе дорожного хозяйства станет Владимир Доброхотов, 5 лет проработавший директором муниципального предприятия «Доракс». Михаил Игнатьев поставил перед новым министром задачи наладить эффективную работу отрасли. Касаясь наших обещаний жителям Чувашской республики, городским жителям, вы знаете, что мы взяли по городу Чебоксары за 3 года отремонтировать все дворовые территории в городе Новочебоксарске, еще 100 дворов мы объявляли, заявляли, вы это слышали. Слышал. Самое главное нам качество отслеживать, технологию применять современные, и по вопросам удешевления смотрим, да, объективно, комплексно. Но и качество, это само собой. Без качества тут практически сохранить дорожное полотно невозможно.